Четыре чемодана, которых кто-то бросил в аэропорту Филиппин, были открыты как раз вовремя, людям удалось спасти сотни маленьких жизней. В международном аэропорту имени Нинея Акино в Маниле таможенники нашли 1529 живых черепах. Лапки некоторых из них были обмотаны скотчем, каждую из черепах удалось спасти. Представители таможни говорят, что все питомцы выжили и сейчас находятся на реабилитации. Фотографии, которые вы видите, демонстрируют суровые реалии незаконной торговли животными из дикой природы. В чемоданах находились звездные и красноногие черепахи, а также черепахи-сулькаты. Багаж прибыл рейсом из Гонконга, и питомцев планировали продавать в качестве экзотических домашних животных. Чиновники считают, что какой-то пассажир бросил чемоданы по неизвестной причине. В настоящее время таможенники ужесточили меры по борьбе с контрабандой животных через границы. Если бы пассажир, перевозящий черепах, был пойман, ему грозила бы тюрьма сроком на 2 года и штраф размеров в несколько тысяч долларов. Спасатели тщательно осмотрели багаж и освободили даже самую маленькую черепашку, которую засунули в кроссовок. С маленьких лапок аккуратно снимали скотч, и становилось понятно, что питомцы не пострадали. Кто-то из них даже высовывал голову из панцирей, чтобы осмотреться. В настоящее время черепахи проходят реабилитацию в Бюро охраны дикой природы. Спасатели стараются придумать, как помочь животным, которых забрали из естественной среды обитания. Надеемся, что решение будет найдено, и питомцев вернут домой или же поселят в специальном заповеднике, где они смогут комфортно жить. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы нашли того пассажира, который бросил чемоданы с черепахами, и он бы ответил за содеянное.